Представляете, наивкуснейший пирог, оказывается, можно приготовить без дрожжей, заморочек и не тратя кучу времени. И для этого всего-навсего нужно 400 грамм кефира, обязательно теплого, чайная ложка разрыхлителя или соды и 2 яйца. Также нужно 250 грамм муки, это 11 таких больших ложек, я снова для вас посчитала. Еще пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла. Ну и понятное дело, все тщательно перемешиваем до вот такой вот тягучей консистенции. А пока тесто потусуется, приготовим классный начинку. 3 вареных яйца нарезаем не мелко, не крупно, а зеленый лук максимально минимально. И самое главное, банка трендовой рыбной консервы. Вкусненько. Ой, и чуть не забыла, еще одну ложечку сметаны. И в смазанную маслом форму выкладываем половину теста, в центр выкладываем начинку и заливаем второй половиной теста. В духовку на 180 градусов и печем, пока не пропечется. О, класс! А за подписку обняла вас.